Итак, ребят, всем привет. Сегодня покажем очки от компании 509. Модельки достаточно будут уже популярны у нас. Зарекомендовали себя давно. А это именно будут авиаторы 2.0. Покажем вам комплектацию, которая входит вместе с очками. Очки у нас имеют подогрев. Также есть модели в более простом исполнении, без подогрева. Также данная модель у нас оснащена магнитной линзой. Имеет очень эластичный, прочный ремешок в фирменном исполнении 509 с их наименованием. Зарядный блок, блок подогрева. Есть необходимый разъем для подзарядки, для подключения очков к разъему в снегоходе. Одна кнопка питания у нас, включение и регулировка режимов. Данный блок у нас имеет батарейку, которая также идет в комплекте с данными очками, на 7,4 Вт. Данный блок можно подзаряжать. Заряда хватает примерно на 5-6 часов использования на максимальной мощности. Магнитная линза достаточно легко и просто снимается. Отталкиваете линзу руками. Получается сменная линза с подогревом. Можно менять их. Можно использовать линзу без подогрева. Она также отлично подходит. Линзы бывают в двух вариациях, даже в трех. С тонировкой, в желтом исполнении и в прозрачном, как сейчас. Желтая линза лучше передает рельеф, по которому вы передвигаетесь, и более четче видно неровности на вашем пути. Данные очки сами выглядят вот так. Имеют магниты по контуру. Имеют также отсекатель для носа. И данная модель в данном случае имеет еще дополнительный вентилятор для того, чтобы очки не запотевали при длительном и активном использовании. Линза достаточно просто ставится, подносится и фиксируется магнитами на данных очках. Что касаемо комплектации данных очков. В комплекте идет короб для хранения и транспортировки, в котором хранят сами очки, зарядный блок, также необходимая перечень документации, предупреждение по использованию, наклеечка. Обязательно в комплект должен быть провод для зарядки ваших очков и мешочек для хранения и транспортировки очков. Достаточно из хороших плотных материалов сделан, для того, чтобы не царапались ваши очки. Также фирменном стиле 509. Вот в таком положении все это примерно хранится. Также вторая моделька, которая у нас появилась, это очки немножко в другом исполнении, также фирменном, лимитированной коллекции. Пульт управления все точно так же. Немножко другой ремешок, такой же эластичный. Внутри сделан с резинками, чтобы ваши очки более надежно фиксировались на вашем шлеме. Также имеет сменный блок линзы. Также имеется подогрев. Достаточно быстро нагревается, буквально в течение там 30 секунд.
У меня тут интересный внешний вид. Зеркальная поверхность с тонировкой для солнечных ярких дней отлично подходит. В данной комплектации также идет наклейка, мешочек для хранения и паспорт по использованию и зарядке ваших очков. Так что эти и другие модели компании 509 снегоходных очков можете найти у нас в магазине. Находимся по адресу город Кемерово, проспект Ленина, 59А. Приходите, будем рады вас видеть.